вроде бы здесь. Залазить или рано еще? Вроде. Забыл же, машину привязали, вы ему не сказали ж. Ему же не сказали, что там машина. Отец Павло, спокойней. Персен прими. Витя, как ты? Я? Ну, пытаюсь сделать что-то. Так, у вас облегченный дефорсированный с нами идет. Своим ходом пошел. Бородач почувствовал силу, конечно, к вечеру. Поел хорошо. Поел и начал ехать. Да, да, и лютует теперь. Смотри, ты там держись. Да, держись, конечно. То ты так сидишь, как-то, видишь, да, я сижу, отдыхаю. Я ногой уперся. Витя, надо грибки и штехна, это не тема. Я сижу, просто тут уже планы на будущее строю. Самое лучшее время подумать. У бородача в кузове, ты понял? Да, да, да. Сразу тут трясет, мозги на место становятся. Размышляешь. Да, да, тут все совсем по-другому, все мысли. Я хотел только что сделать. У нас манипулятор освободился. Хотел твой УАЗик сюда привезти, чтобы на твоем ездить. А, мой привезти? Да, с манипулятором бы эффектно, как приехал у нас. Да, было бы мне неожиданный был ход бы. Колеса уже спущены. Так, куда-то нас бородач везет, какую-то лють. Куда мы едем? Так, куда-то мы в жесть попали, кажется. Паша, подожди, мы выйдем. Паша, давай снаружи снимем, стой. Стой, бородач, остановись. Так, это место самое жесткое из всех, что бывают на свете. Желтые воды. Все. 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 Бородач, ты застрял, Павло! Да, я выйду, и будет легче. Пожалуйста, выходите. Я хоть с тобой побуду, дай хоть. Как ты тут без меня? А видишь, люди объехали. Но им тут не было у них шансов. Тут у него, смотрите, сколько кнопочек. Бежайте сзади, надо якорем стать. Ого, у него тут ручек сколько. Размотка лебедки. Что-то ты меня недолюбливаешь, или мне показалось, или... Ты радуешься? Я не радуюсь. Чего я радуюсь? Знаешь, что ты радуешься? Нет, ну блин, я думал, проедешь, честно говоря. Я думал, проедешь, честно говоря. Пока ты не сел, я нигде не застрял. Это из-за меня опять? Я тебе давай утешительную фотографию все. И по домам. Задняя не включена была, кстати. Все, пока, бородач. Так, ну присел на самом деле жестко. Колесо 1,37 м где-то. И вот оно полностью под водой. Тут Макс рассказывал страшную историю, как тут экскаватор привозили, чтобы выкопать машину. Я не знал, только недавно узнал эту страшную историю. Рассказывай, как да, это жестко получилось. Короче, бородач ехал и застрял. Все. А ты в кузове был, да? Да, да, я был в кузове. Давай я его давай я покормлю его. Давай. На. А что это? Да ешь. Тритон. Головастик. Да на. Можно есть. Можно есть. Кушай, кушай. Давай, ты же мне бросал клубнику, моя очередь. Отпускаю, ладно. Так, там дождь. Ого, там жестко. Миша разворачивается. Едут на помощь. Так, уступают дорогу доджу.
Так, все якоря там. Сейчас зацепят за все, что можно. Трос не натянут. Трос не натянут. УАЗ как-то проехал, а патрол? Назад. А что, ты сам проехал? Сюда? Да. А патрол не может? Сам я за рулем. А патрол в колее там, блин, уже нарыли, блин. Не можем выйти из колеи. Так, пытаются залебедиться. Поехал куда-то разматывать лебедку. Додж уехал куда-то вообще далеко. Ты не понял, я же говорю. Что, держи на тот! Макс работает рацией. Нормальный вариант. Выспался, видно, сегодня? Давай! Макс, что-то рация неисправна. Так, блин, ты видишь, какие расстояния. Как попробовать? Отец Павло идет. Разочарован. Ну понятно, сейчас там без дела дом. Так, сейчас через блок попробуем. Через блок. И тут дождь заикарим, будет легче. Так, зацепили через блок. Еще одну лебедку. Глубоко сидит. Если что, назад, что они там сделали? Проходишь теперь. Держись, не падай. Так, друзья, ну сейчас тремя механическими лебедками. Одна через блок. Три механики. 53-м. Олег, зад упал, подними зад. Подними зад. Давайте в этот, в газике наш трос длинный, чтобы смотреть. Сейчас Миша делает узел. Я у нас еще кусок есть. Как кусок, а его же не хватает, чтобы сюда наоборот его стягивать.
видишь, как край стягивает. В основном затянешь шагу, потом не достанем шагу. Да, это же чилинские инженеры, как Маша. Там не пролазит. Вот оно на раме. Туда палец, наверное, не пролезет. Там в ящичке есть маленький шаг. Хороший узел. Там ее вдвойне надо, Андрюха, не достанет вдвойне? Затянется она? Так, ну, расходимся. Куда расходимся, хрен его знает. Натяжку! Попробуйте сначала ледоки понатягивать. Что там у того же на блоке, смотрите, на блоке что-то? Ну, висит на крюке. Так, Паша накрутит. Механика. Гидравлика натягивается. Так, смотрим. Что-то натянулось. Лебедка, дождь натягивай, дождь натягивай. Олегу скажи, чтоб тянуть начинал. Миша натягивает. Он узел. Паш, подожди, подожди, подожди. Да, пошла. Так, три механики. Гидравлика не может. Пошло. Вот такое тут. Гидравлика мотает. Олега не мотает. Стоп, стоп, стоп! Давай пораскидываем сюда барахло, а потом будешь выезжать. Подожди, то наедешь сейчас на это. Да. Да ты выйдешь, ты уже выехал. Подожди, бери те, я эту взял, Андрюх. Да нет, ты их в руки возьми, оттяни чуть-чуть в сторону, чтобы не наехал просто. В бок туда забирай. Давай! Давай! Паша, давай! Скажи ему. Все, да. Все получилось. Давай. Да, вот так три механики. Поехал. Да, после майских дождей хорошо тут, как никогда. Сейчас тросик на сухом смотается. Да, если бы лыжи были, можно сейчас было бы зацепиться нормально. Но лыжи не взяли. Не надо, кусты пусть растут.
Да, я видел.